Меня зовут Джон Кобра, и сегодня мы поиграем в игру с прекрасным названием «Божья воля». Черт, отбой, здесь написано, что эта игра сделана по фильму манги, который называется «As the Goodness». Ну все, расходимся, православия сегодня не будет. По-видимому, мы попали в Японию. Любопытненько, любопытненько. Страшная воля богов. Ужасы и научная фантастика. Кстати, мне кажется, эту картинку я где-то уже видел. То к нам для полного счастья здесь трупешников не хватает. Наверное, цензура Боблокса не пропустила такой контент. А нет, все-таки пропустила. Какая позитивная картиночка. Годсвилл! Знаешь, ты говоришь Годсвилл, а мне почему-то все время слышится вкусвилл. Не знаю, у меня какие-то ассоциации странные. К чему бы это? Все, наконец-то, что с моим интернетом? Ой-ой. Что это такое? Короче, он смотрит. Ну, красный свет, зеленый свет, когда он отворачивается, ты идешь. Мне кажется, этот класс не должен был выглядеть настолько пустынно. Не может же быть, чтоб целый класс не сдал деньги на парты. Или в Японии так принято заниматься в школе на полу. Но, в принципе, почему бы и нет? Спим на полу, едим на полу, учимся на полу. Как по мне, гениальный план по экономии средств. Почему он у меня не поворачивается? В чем прикол? Вон. Офигеть. Тут пройдут не все. Тут, короче, знаешь, вот эта вот музыка играет, а она заканчивается. Да. Отожми у своих друзей стул, иначе... А и на сломанной не садись. Вау. А как взять стул? А, ну все, я с ума хожу. Да, нет, все, стул сломан, мальчик. В мире животных. Шашлык. Вкусвилл. Смерть, убийство, вкусвилл. Магазин продуктов для здорового питания. Это лучшее название этой игры. Усвил. О, все. Я сел. Живем. Ага, лошара. Усвил. Ты знаешь, говно играет. Нет, 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 нет. Мы просто играем в жизнь, часто не понимая роль. And his name is John C. Дверь! Дорс. Нет, Дорс! Дорс! Только не Дорс! Чё за говно? А как это? А как их выбрать-то? Какую из них? Вот в эту? Окей. Нет! Я шашлык! Пусть туда нам надо. А! Имба, я выжил! Ну чурбаны! Что ты делаешь? Ну вообще... Идиоты! Ну зачем надо было переворачивать? Я не знаю, мне голову так перевернуть или компьютер. Боже. Ну давай, что они еще для нас придумают? О боже! А мы должны голосовать. Давай за вот этого челика в красной футболке. Ой, я за Калтылая проголосовал. Что-то на английском написано, непонятно. А, все, понял. Лох. Не было мало обезьяны. Гейм! Ого, что же это такое? Походят на зимние эти сноуборды. Аттракционы зимние. О! Ты угадал. Сноуборды, конечно. Ну так, тоже пойдет. Офигеть! Чего тут? Ах!
О, господи, я лечу! Финиш! Опять? Я не знаю, мне его жалко уже даже, мне не хочется над ним смеяться. Бедный чел. Бедняга. Ну ладно. Главное, верь в себя, и все получится. Давай, чел, мы в тебя верим. А, горячая картошка. Капец, Джон Кобра чел хабби лайк. Так, 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 так. Не успеешь передать бомбу. Нет! А, у меня горячая картошка. Как ее передать? Дожи! На Q дэшится, на Q дэшится! Назад! Джи, дэшится! Фух, я живой. Как думаешь, он успеет до нас добежать за 8 секунд? Я думаю, он на месте бежит. Он гений просто. Он слишком близко, как и всем остальным, отходим. Дышися. Беги! Некар! Некар! Ради печенюшек! Легенда! А бегать он прыгает, конечно, по нему. Я просто в жизни не попаду. Боже, давай, давай! Я в тебя верю! Верь в себя! У тебя все получится! Переиграй его! Переиграй! Легенда! Нет! Ты был героем! Почти затащил. Чё? Доспехи? Вот это сейчас резня начнётся. Не-не, смотри, центр занимай. Чем ближе ты к центру, тем дальше ты откроешь. Ха! Лина, леча! Смотри, ты вода где-то набиваешь. Леча! Да! Да, его! Живи! Бей! Не фенгай блок нажимать, когда он тебя бьёт. Давай, отбегай! Я сделал это! Кого подбирают? Куда? Чурбан! Гад! Понял? Я за тебя болею, ты тоже за тебя болею. Боже! Нет! Давай, помни, чем ближе к центру, тем дальше ты открываешь. Нет! Сейчас ты очень близко открываешь. Он меня отталкивает! Туда его! На! Шашлык! Mortal Kombat! Это типа моя победа? Да. Ой. Первой же катке. Жесть. А почему я в комнате для шизиков оказался? И правда, Джон, почему же это случилось? Ну ладно, бывает. Тук-тук. Вау. Вот это эпичный финал. Победитель Джон Кобра. Победитель Джон Кобра. Божественная игра. Согласен.